Друзья, сегодня решил покормить Арча и Тося из тарелок. На самом деле собаки в шоке, что это с папой случилось сегодня. Они у меня очень дисциплинированные. Никогда, ни разу в жизни они не взяли ничего со стола. У них свое время и свое место для еды. А здесь сначала отказывались ни в какую, но потом, как видите, Арчи соблазнился. Но Тося нет, Тося держится. А Арчи съел не только свой кусок, но еще и Тосин. Ой, бессовестная такая собака. Ну а Тося молодец, браво. Ну а вы, друзья, не забывайте подписываться, потому что у нас много интересного из жизни собак и людей. Спасибо за внимание.